В связи с уменьшением потока больных, частные клиники, работающие с COVID-19, прекратили прием больных и начали выписку пациентов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. В Махачкале ситуацию с эпидемией удалось стабилизировать. Если в апреле на пульт скорой помощи поступало более 1000 обращений в сутки, то сейчас бригады выезжают в 2 раза меньше. Но тяжелая обстановка сохраняется в районах. Число свободных коек в больницах Дагестана не превышает 30%. Одним из условий перехода к первому этапу снятия ограничений является наличие не менее 50% свободных коек.